Верно, народное высказывание «кому война, кому мать родная» — это очень подходит к хаотичной, необычайно быстро текущей застройке Одесского побережья. В момент, когда в связи с карантином вдоль моря на трассе здоровья почти ни души, вдоль береговой линии практически на песчаной зоне вырастают рестораны, пресловутые мафы и другие будки рангом поменьше. Рекреационная зона возле отрады, по сути, лидирует по строительным россыпям. Над двухэтажным бетоном недострое возводится третий этаж, строение обзавелось обширной террасой, задействован кран и самосвалы, по соседству вырастает большая терраса у пока закрытого клуба «Мафия Рейв». Ради нее, напомним, было уничтожено множество деревьев. С другой стороны кипит стройка на территории клуба «Вилла Отрада». Некогда деревянный настил залили бетоном, на котором строят двухэтажный дом. Вполне очевидно, что после карантина одесситов и их гостей будут ждать нерадостные сюрпризы в виде новых препятствий к морю, которые можно будет преодолеть, исключительно оплатив недешевый вход на пляж, что уже много лет цинично маскируется табличками «Доступ к морю свободный, оплачиваются только услуги». Изменения коснутся и самого рельефа побережья. Все меньше остается сквозного пространства, через которое можно хотя бы увидеть море с трассой здоровья. Впереди, согласно заявлению премьер-министра, еще по меньшей мере два продления карантина. То-то настроят псевдозодчие.